Всем привет! Это бабушка Поля. Итак, мы продолжаем путешествие по миру в шлеме виртуальной реальности. Поехали! И сейчас мы посмотрим новогоднюю иллюминацию в Москве в 2019 году. Вот да. Мы снова в России. Вот. Давай, нажму на паузу, оглянись. Ага. Ну, Москва уже чувствуется вот телом и душой. Я чувствую свое вот родное. Что-то на Лондон похоже. Вот. Да? Да. Под Лондон косит. Да. Ага. Ну, хорошо. Поехали. Да. Скажешь так, когда на паузу нажать, если ты где-нибудь захочешь. Да, ну конечно, разглядеть. Ну, мне достаточно. Я ну, ты же сразу во все стороны не можешь глянуть. Ну, это да, да. Кто-то на меня наверх смотрит. Привет, привет вам. Ой. Висят гирлянды какие. Это на улице. О, какая... Какая красота, елка какая. Я успеваю все просматривать. О, карусель какая. А, привет, привет. Привет, девочки. А, ой, каток, какая прелесть. О, люди вот подошли и смотрят. О, как. О, где же это такое? Где площадь, наверное, да? Я и в Москве не была никогда. Вообще. Шашлыки, что ли, или что? Сейчас покушаем. Да, сладенького вкусного немножко. Что вы продаете, а? Ой, это вот зимой. И летнюю Москву хочется посмотреть. Ой, какая прелесть на улицах, ты погляди. Это сколько ж надо это? Ну, даже, да всего надо, даже в первую очередь денег сколько надо, чтобы вот это построить, все вот это, организовать вот это. О, казна большая у нас. Да у них. Иначе бы не хватило ни на что. У нас вон елку средь белого дня зажгли и радуйтесь. Да. А елок везде, Это ставят или растут они? Неизвестно. А магазинов сколько? Это все районы вот эти. Вот это Москва. Она всем нравится, Москва. Ой, да Костик, я под таким впечатлением. Я не могу. Я ожила прям, честное слово. Я даже Москвой ожила. Ну, не даже, но она же наша. А я ее не видела никогда в жизни. Вот
тем более вот такой нарядный, такой зимний сказка. Ой, какая прелесть. Я не нахожу слов. Где ж я найду их? Ой, какие елки. Ой, Кость, ну какая прелесть. Ой. Понравилось? Не то слово. Ой, Москва. Ой, зимняя Москва. В самом деле люди вот в Москве живут, которые они все видят, все это. А тут... А я вот за один раз это вот столько набрала впечатлений, что мне кажется, я всю жизнь вот жила этим. Вот, честно, так в меня все это вникло. Я без слов прям. Ну ладно, надо перерыв сделать, а то это... Давай. Глаза должны отдохнуть-то. Давай.